Цвета сезона весна-лето 2017 успели опубликовать модные порталы и глянцевые журналы. Настроение весны уже встречается даже в магазинах города. По версии Института Pantone в топ-10 сезона вошли оттенки «желтая примула», «розовый тысячелистник» и «бледный кизил». Гамму зеленых оттенков представляет легкомысленная зелень, а также сложный цвет экзотического овоща кале. Во всем многообразии представлена палитра синих оттенков. Яркий райский остров, глубокий лазурит и более сдержанный тон под названием Ниагара. Для поклонников пастельной гаммы специалисты предложили модный оттенок фундук. Ну а для тех, кто любит погорячее, в весенне-летней палитре обнаружит цвет, который так и называется «пламя».